Индийская сказка «Раджа и рис». Давным-давно один раджа жил во дворце в свое удовольствие и никогда не путешествовал по своим землям и не видел, как живет его народ. Однажды выдался неурожайный год, и крестьяне собрали совсем мало риса, только дворцовые амбары, как всегда, были полнехонькими. Раджа по-прежнему наслаждался обедами, а вот чтобы прокормить простой люд, риса не хватало. Что делать бедным людям? Только отправляться на улицу и просить милостыню. Как-то утром во дворец пришел старик. Он принес подарок для раджи. «Я придумал новую настольную игру, Ваше Величество», — сказал он. «Это настоящая военная игра, и она отлично развивает ум. Она называется «Шахматы». Раджа очень любил игры и сразу же заинтересовался подарком. Старик показал ему резные шахматные фигуры. «Лучшая фигура – это вы, Ваше Величество», – объяснил он. «Вы едете на своем лучшем слоне». Раджа довольно улыбнулся. «Ты должен научить меня играть в эту прекрасную новую игру». Чтобы научить Раджу играть в шахматы, старик каждый день являлся во дворец. И каждый день он проходил по улицам, полным нищих и голодных детей. Раджа быстро выучил правила игры. «Я очень признателен тебе за шахматы», — сказал он старику. «Я научил играть мою жену и всю мою семью. Что я могу дать тебе взамен твоего подарка?» Старик почесал бороду и задумчиво посмотрел в окно дворца. «Я хотел бы немного риса, Ваше Величество», — сказал он. «Риса?» — засмеялся Раджа. «Посмотри вокруг, мой друг, у меня есть прекрасные картины и дорогие украшения. Выбери себе любое сокровище». Старик низко поклонился. «Риса будет достаточно», — сказал он. «Положи одно зерно на первую клетку доски, два зерна на вторую клетку и четыре на следующую, и так далее». Раджа удивился такой странной просьбе, но приказал принести миску с рисом и стал раскладывать его на шахматной доске. К его изумлению, рис в миске быстро закончился, а поле все еще не было заполнено до конца. «Принесите пустой ларец», – приказал он слугам, – «и еще риса». Рис, который Раджа раскладывал на доске, заполнил сначала пустой ларец, а затем и несколько мешков. К концу второго ряда Радже пришлось отсчитать 32 868 зерен, и в следующем ряду его количество удвоилось. Весь этот день и следующий слуги несли рис, а Раджа все отсчитывал и отсчитывал зерна. Коридоры дворца заполнились рисом до тех пор, пока в амбарах не осталось ни одного зернышка. «Возьмите рис у крестьян», – сказал Раджа. «Я должен выполнить обещание». Но старик покачал головой. «В стране голод, Ваше Высочество. Неужели вы этого не знаете? Риса нет даже для того, чтобы накормить голодающих детей». После этих слов Раджа не на шутку встревожился. «Ни один ребенок не должен голодать», – сказал он сокрушенно. «Я знаю, что относился пренебрежительно к моим подданным, но сейчас я отдаю тебе весь свой рис». Старик улыбнулся. «Я никогда не просил и рисинки для себя, Ваше Высочество», – сказал он. «Я только прошу вас дать миску риса для каждого голодающего за дверью этого дворца, и все мы будем вознаграждены».